Ее по праву считают символом эпохи и легендарным справочным материалом. Ее называли кулинарной Библией каждой советской хозяйки. По ее страницам можно изучать, как менялся рацион советских граждан, их быт, что появлялось на полках магазинов и что исчезало. Книга о вкусной и здоровой пище, пожалуй, единственная поваренная книга, с которой действительно ассоциируется целая эпоха. Как создавался этот фундаментальный труд, какие рецепты предлагала книга и почему ее считали кулинарным каноном Советского Союза? Об этом в новом выпуске нашей программы. Сегодня мы расскажем, кто писал книгу о вкусной и здоровой пище, почему она была идеологическим оружием и зачем ее переиздавали несколько раз, а также приготовим блюдо по рецептам из легендарной кулинарной Библии. 1939 год в СССР был богат на события, и речь не только о роли советского государства на международной арене. Страна отпраздновала юбилей Иосифа Сталина, совершен первый беспосадочный перелет в Америку. Началось телевизионное вещание на Шаболовке. Открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка как символ достижений сельского хозяйства СССР. И в этом же году появился еще один символ достижений промышленности, правда уже пищевой. Книга о вкусной и здоровой пище. Этот труд издадут 14 раз, общим числом в 8 миллионов экземпляров. Не одно поколение дошколят будет с восхищением рассматривать его вкусные странички, и каждая советская хозяйка будет мечтать о таком подарке. Точно так же, как и до революции, самым желанным презентом для женщины был популярный в стране кулинарный бестселлер. В 1861 году издана книга Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». В СССР этому труду не нашлось места на книжных полках. Малаховец жестко критиковали, несмотря на то, что в этом труде были ценные кулинарные и бытовые советы. В своей книге она пренебрежительно отзывалась о дворне и рекомендовала отдавать остатки пищи слугам. Подарок Малаховец был забыт, но люди нуждались в новой кулинарной литературе. Тем более, что в 30-е идеология совершила новый поворот. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» – фраза Иосифа Сталина, прозвучавшая еще в 1935 году на первом всесоюзном совещании рабочих и работниц, знаменовала новую эпоху изобилия. Новому человеку не стоит беспокоиться о завтрашнем дне. Заводы построены, деликатесы освоены советской промышленностью. Осталось только показать людям, как выглядит это самое изобилие. А что это может сделать лучше, чем поваренная книга? Просим вас присылать отзывы об этой книге, указав свой адрес, профессию и фамилию. Такой фразой предварялось первое издание книги о вкусной и здоровой пище 1939 года. Письма предлагали присылать в редакцию газеты «Пищевая индустрия», которая располагалась на проезде Владимирова, ныне Никольском переулке. Это издание историки особенно отмечают. Хотя тираж был небольшим, всего 100 тысяч экземпляров, цена была достаточно высокой – 10 рублей. На издании настоял Анастас Микоян. К работе над кулинарной Библией подключили видных ученых. Диетолог Мануил Певзнер, доктор Ольга Молчанова, которая уже позднее станет директором Института питания. Кстати, медики предлагали другое название – книга о здоровой и полезной пище, но Микоян настоял именно на слове «вкусная». В числе вкусных продуктов были, конечно же, те, которые начали производить после его поездки в США. Хлопья или корнфлекс, конфеты, соусы, кетчуп и майонез, полуфабрикаты, помощники хозяйки, которая должна приготовить обед всего за 15 минут. Целые развороты посвящали мясным и рыбным продуктам. Встречались рецепты даже западной кухни. Впрочем, на первом месте были быстрые в приготовлении и полезные блюда. Книгу о вкусной и здоровой пище в СССР издавали прежде всего для того, чтобы показать всю широту и богатство блюд отечественной кулинарии. Тем не менее, большинство рецептов были просты, незамысловаты, но неизменно крайне полезны. Вот, например, суп. Разновидностей одного только бульона было десятки. Например, бульон с пирожками, профитролями или, как мы сегодня приготовим с нашим поваром-технологом Тамарой Подольской, бульон с гренками. Итак, с чего начнем? Заранее мы приготовили бульон из косточек птицы. Этот бульон не насыщенный. Все-таки нам необходимо приготовить бульон прозрачный, это как самостоятельное блюдо. Поэтому мы этот бульон переливаем в кастрюлю,
Доведем его до кипения и в кипящий бульон добавим кусочек мяса, ну, в данном случае у нас куриная грудка. Для того, чтобы бульон получился прозрачным, необходимо в процессе варки бульона добавить подпеченные овощи. Мы заранее это сейчас делаем. И в кипящий бульон мы добавляем грудку и провариваем в этом бульоне, ну, необходимо варить при очень-очень слабом кипении. Ну, грудка варится минут 15, поэтому в процессе варки мы сейчас добавим подпеченные овощи и все. Такие супы считают супами двойной крепости. Угу. То есть бульон уже содержал питательные вещества, и плюс из мяса сейчас переходят питательные вещества, поэтому этот бульон получается очень насыщенный, ароматный. Что делаем теперь? Гренки нарезаем. Гренки. Да. Убираем корочки, нарезаем и подсушиваем. Ставим духовой шкаф при температуре 160 градусов. Буквально минуты 4-5. Все, готов, да, у нас? Да. Эта грудка, она готовится быстро. Оставшийся бульон я процежу. Добавляем соль, доводим до вкуса, и перец. Все, у нас бульон готов. И грудку я порезал. Начинаем порционировать. Давай. По кусочку мяса. Итак, дорогие друзья, наш суп по рецептуре из книги «О вкусной и здоровой пище» удался. Рецепт бульона с гренками. Для приготовления бульона залейте кости птицы холодной водой. Добавьте подпеченные лук и морковь, варите 40 минут, снимая пенку. Процедите бульон, доведите до кипения и поместите в него курицу. Варите 15 минут на слабом огне, затем процедите. Нарежьте хлеб и подсушите в духовке в течение 5-10 минут. Подавайте бульон с мясом курицы, гренками и зеленью. «Кто хочет увидеть кусок социализма, пускай идет на хлебзавод», – сказал однажды революционер Сергей Киров. Хлебзаводы в СССР были предметом гордости. Раньше хлеб изготовляли кустарно, а теперь продукт механической выпечки потребляют более 50 миллионов человек. Такая статистика была достижением своего времени, а хлебзаводы – своего рода феноменами. Все дело в том, что при проектировании заводов сначала будет предложено строить их в виде ангаров. Но инженер Георгий Марсаков предоставит иной вариант. Здание построить в форме цилиндра с несколькими этажами, а конвейер в форме кольца. И на каждом этаже свой цикл производства. Рабочим остается только контролировать работу машин. Идею воплотили в жизнь. Книга о вкусной и здоровой пище с особой любовью описывала эти предприятия. Самое главное, теперь на пищевых заводах чище, чем в аптеке. И уж если даже заводы стерильные, значит и в обыденной жизни люди обязаны соблюдать нормы гигиены. Книга напоминала хозяйкам, нужно выводить насекомых из дома и вовремя мыть тарелки. Эту идею чистоты транслировали настойчиво, поскольку люди еще помнили страшные эпидемии и кишечные инфекции. Советская Россия и, ну, еще ранее имперская Россия переживала достаточно серьезные проблемы, связанные с массовыми эпидемиями, да, холеры, тифа, разносчиками, которые являются в том числе там мухи, грызуны и так далее и тому подобное. Но все это же еще и сопровождалось и недовольством, и протестным движением. Власть в том числе создает и пытается создать такой быт, который бы, ну, как бы соответствовал тем требованиям, которые отвечали целям и задачам строительства социализма. Но самое главное, людям рассказали, что такое витамины, калории и правильный рацион. Тем более, что придумывать его не приходилось. Врачи уже прописывали готовое меню.
Впрочем, к написанию книги руки приложили и специалисты из высоких кабинетов. Приводили в пример вдохновляющую статистику о пищевой промышленности СССР, цитаты Сталина. А Микоян предоставлял душевные рассказы, например, о том, как он накормил диетолога консервами из трески, и врач оценил блюдо. Каждое издание книги было отражением своей эпохи. Если выпуск 30-х – это рассказ о вкусных продуктах, призванных насыщать советских граждан, то послевоенное издание куда скромнее, а продукты, перечисленные в нем, необходимы в первую очередь для здоровья. Вот, например, гематоген. В издании 1948 года его предлагают добавлять в омлеты и супы. Также здесь впервые появляется раздел, где описывалось питание для беременных женщин и кормящих матерей. Не уступают своих позиций и блюда диетической кухни. Всегда было принято считать, что советская еда достаточно тяжелая и калорийная. Отчасти это так, но если полистать ту же самую книгу о вкусной и здоровой пище, то можно убедиться, что повара того времени не меньше внимания уделяли и блюдам из овощей. Согласна. Сегодня мы как раз одно из таких блюд и приготовим. А приготовим мы сегодня с вами овощи, припущенные в молочном соусе. Прекрасно. Начнем мы с вами с моркови. С моркови. Давайте начнем с моркови. Александр, вы можете нарезать кубиком. Угу. Доводим до кипения. При припускании моркови очень важно, обязательно припускают с добавлением жира. Почему? Потому что в моркови содержится жирорастворимый бета-каротин. И именно при припускании жиром он превращается в витамин А и становится доступным для усвоения пищеварительными ферментами. Поэтому жир обязательно добавить. Отдельно поставим припускать сейчас мы кабачок. Кому рекомендовались вот именно эти блюда, которые мы сегодня готовим? Молодым людям, может быть, беременным женщинам. Их использовали в детском питании, использовали при организации питания в санаториях, в школьных столовых. Ну, конечно, беременным женщинам это очень было полезно. Те, кто следили за своей фигурой. Сейчас мы с вами приготовим соус молочный. Для этого муку пересыпаем в сковороду. Ну, очень важно муку запассеровать, от этого будет зависеть качество соуса. Необходимо чуть-чуть, чтобы пассеровка остыла у нас, и будем добавлять молоко. Угу. Можно сейчас его подсолить, подсахарить и довести до кипения. Угу. Ложечку подайте. Добавляем сюда припущенную капусточку, можно вместе с соусом. Добавляем кабачок припущенный. Зеленый горошек консервированный, поэтому его специально припускать не надо было. Соединяем все сейчас с соусом. И прогреваем буквально 3-4 минуты. Сюда добавляем соль, потому что мы овощи не солили. Добавляем сахар. В серединке мы сделаем углубление и польем растопленным маслом. Ну что ж, дорогие друзья, если у вас есть такая возможность, перелистывайте хотя бы иногда книгу о вкусной и здоровой пище, и тогда вы действительно убедитесь, что в Советском Союзе еда была не просто калорийной, а действительно полезной, овощной, что вполне соответствует современным тенденциям в реале. Рецепт овощей с молочным соусом. Нарежьте морковь и кабачок кубиком, капусту разделите на соцветия. Припускайте овощи в отдельных емкостях в течение 20 минут. Для приготовления соуса прогрейте муку, охладите и соедините с молоком. Добавьте в соус соль, сахар и доведите до кипения. Соедините соус, овощи, горошек и прогревайте еще 2-3 минуты. При подаче полейте блюдо растопленным сливочным маслом.
Нет вкуснее рыбной закуски, чем слабосоленая, бледно-розовая, нежная и тонкая по вкусу лососина. Такое описание этого блюда можно встретить в книге издания 1952 года. Это уже настоящее царство изобилия. Среди рецептов появились национальные и праздничные блюда, а среди заметок все больше подробных описаний достижений пищевой промышленности СССР. И практически неизменными оставались подробные инструкции для домохозяек. Им надлежало определиться, к какому времени должен быть приготовлен обед. Рекомендовалось использовать достижения советской пищевой промышленности, приобретать уже готовые мясные или рыбные полуфабрикаты, а также замороженные овощи. Но если так уж хочется готовить самой, то можно прибегнуть к инструкции. Для примера приводился обед из трех блюд – щи, котлеты и кисель. Шаг за шагом было прописано, в каком порядке готовить блюдо. И как же без сервировки? Положить на стол фланель, затем накрыть его белой, выглаженной скатертью, причем средняя складка должна проходить исключительно через центр стола. Поставить тарелку с ломтиками хлеба, достать одинаковые приборы, тарелки и бокалы, открыть бутылку вина, украсить стол живыми цветами, а уж затем подавать обед. В книгу о вкусной и здоровой пище вошли рецепты, разработанные не только советскими пищевиками. Например, если заглянуть в раздел «Десерты», то там можно встретить различные желе. Между тем, желе и всеразличные муссы – это наследие дореволюционной кулинарии. Тогда они были очень популярны, и некоторые рецепты можно было встретить даже в старинных книгах, например, Елены Малаховец. Итак, Тамара, какое желе мы с вами приготовим сегодня? Сегодня мы приготовим желе многослойное, которое будет состоять из желе молочного. Ну, конечно, основой является молоко, сахар, желатин, естественно, все желе идет, и ванилин для ароматизации. Желе на основе сока апельсина. Для этого будем использовать свежий апельсин. Также желатин, лимонную кислоту в процессе добавим. Ну и сахарный сироп приготовим. И желе на основе сока черной смородины. Вот желатин замачивают в холодной кипяченой воде. Поэтому, Александр, вы поможете. Давайте. Высыпаем туда желатин и заливаем водой. 4 ложки воды. Желатин набухает в течение 30-40 минут. Готовим с вами фруктовые отвары. Начнем, конечно, с апельсинового отвара. Тоненьким слоем срежете цедру. Мы заливаем водичкой теперь и доводим до кипения. Пока оно закипает, Александр, вы сейчас приготовите сок. Отвар закипел, прокипел у нас. 10 минут этого достаточно. Мы процедили. Добавили сюда сахар. Сейчас мы только доводим до кипения, убираем. Поэтому сейчас мы приготовим следующий отвар. Берем сотейничек, выливаем оставшуюся воду, высыпаем сахар и доводим до кипения. В апельсиновый отвар обязательно добавляют лимонную кислоту. Все. И убирают с огня. И третье наше желе. Желе молочное. Для этого пересыпаем сахар. Выливаем молоко. Давайте. Все молоко выливаем, да? И ставим на плиту. Обязательно добавляют ванилин для аромата молочного желе. Ну вот и пришло время приготовить первый слой желе. Для этого сахарный сироп. Мы добавляем свежевыжатый сок. Теперь добавляем и перемешиваем желатин. А, все вместе перемешаем. Очень важно при соединении желатина, чтобы температура была не выше 70 градусов. Иначе желирующие свойства желатина ослабевают, и желе может не застыть. На одну секунду хочется поставить его на плиту, слегка подогреть, чтобы все-таки полностью желатин распустился. Мы желе это будем делать под наклоном, поэтому мы должны зафиксировать стаканчик вот таким образом.
И теперь поставим в холодильник для застывания. Распустим желатин на водяной бане для следующего желе. И добавляем молочный сироп. Все убираем в холодильник. Третий компонент нашего желе. Желе на основе апельсинового сока. Мы приготовили сахарный сироп, у нас готовый. Главное нам сейчас распустить желатин. Распускаем также на водяной бане. Так, и добавляем апельсиновый сок. У нас застыло. Желе готово. Мы оформили взбитыми сливками. Можно оформлять различными способами. Ну что ж, получилось очень ярко, красочно. Видно, что здесь широкое поле для вашей фантазии. Самое главное – вкусно, забавно и освежающе. Рецепт многослойного желе. Разделите желатин на 3 порции, каждую залейте водой и оставьте на 40 минут. Отварите цедру в течение 10 минут. Процедите, всыпьте сахар и доведите до кипения. Добавьте лимонную кислоту, сок и слегка охладите. Вскипятите молоко с сахаром, добавьте ванилин и также охладите. Соедините воду с сахаром и доведите до кипения. Добавьте ягодный сок. Подготовленные основы для десерта соедините с желатином, слегка подогретым на водяной бане. Налейте в креманке первую основу для десерта. Поставьте в холодильник до полного застывания. Таким же образом сделайте остальные слои. В 60-е книгу о вкусной и здоровой пище переиздали. Рецепты упростили, убрали цитаты Сталина, упоминания Микояна, отретушировали даже этикетку хлопьев, которые выпускал завод имени наркома. Появились новые разделы – консервация, питание больных. Последним изменением в советское время книга подверглась в 80-е с учетом дефицита продуктов. Столько калорий, сколько было нужно 30, 40, 50 лет назад, нам уже не нужно. И принципы энергетической адекватности пришлось пересмотреть. Появилось просто больше новых данных из физиологии, биохимии питания. Стала и понятна роль многих микронутриентов, это общее название витаминов и минералов. Изучена была роль кишечной микрофлоры и появилась теория академика Уголева об адекватном питании. Еще раз пересмотрели рецепты, снизили рекомендованный суточный калораж для рабочих, добавили новые разделы – диеты для страдающих ожирением и питание туриста. Идеологических комментариев не было, но по-прежнему были картинки, которые люди рассматривали с упоением. Вот здесь, в знаменитом ресторане «Прага» на Арбате, снимали портфолио для блюд из книги о вкусной и здоровой пище уже 80-е. Как бы ни менялось издание, красочные иллюстрации, как символ изобильного питания, действительно были ее визитной карточкой. Именно благодаря им поколения, которые выросли уже в позднем СССР, ценят и помнят эту книгу, пережившую свое время, несмотря на технический прогресс. Да, сегодня интернет мгновенно подскажет, как приготовить спаржу, артишок или творожные сырки с тмином. Но когда рассматриваешь те рецепты, которыми пользовались еще наши бабушки, просыпается не только интерес к прошлому, но и невероятный аппетит. А все потому, что раньше было вкуснее.